Москва и Киев обменялись военнопленными. В Украину вернулись 215 человек, около половины из которых бойцы Азова. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. А Россия в обмен получила 55 своих солдат, а также политика Виктора Медведчука, которого официальный Киев обвиняет в госизмене. В Кремле пока это не комментируют. Отмечу, последний обмен стал самым масштабным с начала вооруженного конфликта. В нем были задействованы несколько государств.